Всем доброго дня. Сегодня 2 февраля 2019 год. Завтра воскресенье. Собрались идти в лес на шашлыки. И вот друзья мне посоветовали костер. То есть погода такая сырая, а нужно костер полить. Мне посоветовали на разжигание костра. Ну, такой способ. Вот есть рашиновский шоколад нашего дорогого президента. Вот смотрите, это красивая обложка. Вот, использовать его как поджигатель, разжигатель костра. Сейчас мы попробуем. Я уже видел такое, как он горит и можно ли разжечь костер. Остальные возьмут мясо, а я самый хитрый и сказал, что за мной костер. Будем проводить сейчас эксперименты. Кстати, у меня есть еще вот такой шоколад белорусский, 85%. Вот я сейчас попробую, как рашиновский. На этот я уже пробовал, очень классный, качественный шоколад. Я уже приготовил кофе, буду пить. С каким лучше? Лика, уйди. Уйди, я сам все разберусь. Вот я его открываю. Вот такая плитка. Рашин. Так, вот так, да. Чтобы видно было. Точно. Рашин. Ну, на вид так смотрится неплохо. И по цвету, как вроде шоколад. Начинаем эксперимент. Все, Абдулла, поджигай. Да, елки. Все. Вот, та сразу вот горит. Смотрите. Вонь. Какой вонючий запах. Давай, давай, давай. Все. Процесс пошел. А, дым. Так, еще подпали. Все. Как свидетель. Горит ты синим пламенем. Я могу показать. Все. Это. Классно. Все. Вот так он себе горит спокойно. Фу, запах пластмассы какой-то, не пойму. Фу, все. Все, я выключаю, давно пошел сейчас вонь. Всю квартиру завоняет. Все, Петя, извини, не пойдет твой шоколад. Сейчас белорусский буду пробовать. Сейчас еще белорусский попробую. Извини, Петр Алексеевич, не хотел тебя перед выбором подставлять. Ну, ты сам себя все время подставляешь. Ну, жалко, только не все люди это видят и понимают. Удачи тебе. И нам. Ах, какая гадость, какая гадость.